Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся только в том случае, если в них не будет участвовать премьер-министр Никол Пашинян. Об этом, как передает канал 13, в понедельник 15 марта написал на своей странице Facebook представитель оппозиционного движения «За спасение Родины», член партии «Дашнак Цуцен» Гигам Манукян. А выборы будут, но только без Никола. Мы не собираемся с ним проводить предвыборные дебаты, написал он. Напомним, что 13 марта президент Армении Армен Саркисян провел по отдельности встречи с главой армянского правительства Николом Пашиняном, главой парламентского правящего блока Мойшак Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. Как сообщила пресс-служба президента, обсуждалась возможность проведения внеочередных выборов в парламент в качестве способа преодоления внутриполитического кризиса в стране. Оппозиционное объединение «Движение за спасение Родины» не участвовало в этих переговорах.